Вопрос о приравнивании курительных смесей к табачным изделиям стоял давно. На данный момент он решен. Жидкости, которые используются в электронных системах курения, должны иметь на упаковках акцизные марки, как и на сигаретах. Важно знать, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю, оптовую торговлю, а также импортируют данные товары на территории Республики Беларусь, обязаны их маркировать контрольными идентификационными знаками. При подаче определенного вида документов заявление в налоговых органах по месту постановки на учет субъектов хозяйствования получаются контрольные марки. Кстати, с психологической точки зрения электронная сигарета нисколько не заменяет обычной. Все дело в том, что как и при классических никотиновых палочках, так и при видоизмененных у человека срабатывают одни и те же механизмы, что не помогает в деле бросания пагубной привычки. Скорее всего, даже усугубляет. Это небольшое лирическое отступление. Налоговые инспекторы предупреждают, что с 16 июня плательщики должны прекратить оптовую и розничную торговлю курительными жидкостей и провести инвентаризацию остатков. Согласно постановлению, на территории Республики Беларусь запрещено хранение, транспортировка и реализация жидкостей для курительных электронных сигарет без идентификационных знаков. Если остатки товаров хранятся, то они должны находиться на складе либо в месте хранения с заверенной инвентаризационной описью налогового органа, где плательщик находится на учете. Следует также помнить о том, что за приобретение, хранение, использование и реализацию курительных смесей без маркировки предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин.